Mother Ghost said boo. And back to the house all the five ghosts flew. Five little ghosts went out one night, haunting, spooking, what a fright. Mother Ghost said boo. And back to the house all the five ghosts flew. Ребята, ну что, всем привет! Время 3:00 ночи, и я села снимать свой обзор, который я очень хотела снять для вас. Всем привет! Вот такая я сегодня в перчатках. Хочу показать вам свои новинки, что я приобрела на Хэллоуин. Вот, эта коллекция очень-очень мне понравилась. И я спешу с вами поделиться, что же я приобрела. И, кстати, выпуск этот выйдет в Хэллоуин. Так, давайте начнем. Я приобрела 20 шариков. Смотрите, у меня еще тут в упаковке осталось. Я 9 шариков надула, у меня еще 11 шаров осталось. Вот, они разного цвета, разные рисунки. Обязательно досмотрите до конца, и вы увидите, что не все шарики черно-оранжевые. На самом деле есть и другие цвета, но это вы увидите, если досмотрите обзор до конца. А кому нравятся такие видео, кто такое смотрит, подписывайтесь, ставьте пальцы вверх, еще будет много красоты, еще Новый год впереди. Вот. А я начну, да, про шарики рассказывать. Смотрите, есть тыковка вот такая вот, с летучими мышами. Есть вот такая. Есть кошечка. И есть вот такая вот композиция Happy Halloween. А здесь летучие мыши, звезды, такая луна и дом какой-то такой мистический. Вот. Слушайте, ребят, цена шариков этого набора 55 рублей. Я думаю, это очень бюджетно за 20 шаров. Как вы считаете? Еще таких красивых, красочных. Вот, что еще я вам сейчас покажу. Еще хочу два шара показать. Они тоже по 55 рублей каждый стоят. Выглядят они вот так вот. Вот такие вот шарики. Шаль фольгированный. 68,97. Ну, я думаю, это мало о чем кому-то что-то говорит. Хотя он большой, я его буду надувать. Досмотрите обзор до конца, я надую вместе с вами эти шары, и мы посмотрим, какой размер и какие, что же это за шары такие интересные. Видите? Вот. Тыковка. Я считаю, это очень-очень маленькая цена для таких шаров. Такие шары стоят гораздо дороже в каких-то там магазинах. А вот в фикс-прайсе всего лишь по 55 рублей. Здоровский, да? А дальше. Показываю дальше. Такую вот кружечку. Сейчас состав посмотрю. Это фарфор. Такая вот милая кружка. И стоит такая чашка, кружка 99 рублей. Чашка, кружка с крышкой, наверное, так называется. Слушайте, ну это очень милая кружка. Как вы считаете? Напишите свое мнение, кто приобрел такую же.
как она вообще. Ну, вообще она очень классная. Не обязательно на Хэллоуин, можно просто поставить на стол. Можно сделать декорацию к Хэллоуину, поставить на стол. Можно просто ей пользоваться без крышки. Я считаю, что это супер покупка. 99 рублей фарфоровая кружка, которая сделана, посмотрите, как идеально. Она вся блестит. Ну, то есть, сделана она очень хорошо. Далее я купила вот такие вот наклеечки на лицо. Они светятся в темноте. Мы можем с вами проверить, но, скорее всего, их надо на солнце немножко. Может, и не надо. Напишите свое мнение, кто брал такие наклейки, как они у вас. Просто так светятся? Я взяла вот такие вот и вот такие. Две штуки я взяла. Глазки. Тут показан пример. Вот. Единственное, о чем я жалею, что я не взяла, так это краску для лица. А так бы я тоже нарядилась. И, возможно, еще какой-то дополнительный был обзор. Либо обзор лука на Хэллоуин. Но, к сожалению, краску я не купила. А без краски, мне кажется, это не то что-то будет. Краска нужна обязательно. Краска стоит в фикс-прайсе, но где-то, по-моему, 50 рублей или 55 рублей. Кто брал? Напишите, пользовались этой краской, мне очень интересно. Краска для декораций, там, ну, как-то так называется, для росписи по телу и лицу. Кто брал, мне очень интересно ваше мнение. Как они вообще, как они держатся, как они наносятся, как они смываются. Так, раз я показываю вам перчатки, вот такие они блестящие, красивые, длинные, то сразу расскажу про перчатки. 99 рублей они стоят, наклейки стоят на лицо 50 рублей каждая. Я не удержалась, я купила двое перчаток. Одни вот такие вот с рукой, со скелетом. И другие, которые на мне. Слушайте, ну они очень классные. Вот так они выглядят. Такая вот рука. Вот. Что еще приобрела? Тоже к ним же чулки. Вернее, не к ним чулки, а к чулкам перчатки. Вот так они выглядят. По-моему, очень крутые. Как вам? Один размер, что на перчатках, что на чулках. Везде один размер. Так, дальше. Мне подходит все. Чулки я тоже мерила. Все идеально подходит. Ну, в принципе, они немножко... Вот тут узкая резинка. Но, в принципе, все подходит. Кто брал, напишите ваше мнение. С каким рисунком вы брали? Как вообще? Кто заценил? Кто оценил? Так, дальше, ребята. Чулки также по 99 рублей, как и перчатки. Дальше. Покупка, которая спряталась, ее не видно. Ну вот она. Вот такие вот рожки черные я купила. Они очень классные. Их даже не видно, но вот так вот их будет видно. Смотрите, вот такие вот рожки. Тут такой пушок. Вот.
Вот они такие тоже классные, очень мне понравились. С перьями, с пухом. Черные, такие как Малефисента. Стоят рожки 99 рублей, но они сделаны очень хорошо, очень качественно. И можно куда угодно одеть. Ободочек такой, обшитый тканью, и не давит на голову. 99 рублей, но это хорошая покупка. Да? Как вы считаете? Так, дальше. Моя находка к Хэллоуину — это вот эта вот гирлянда. Посмотрите, какая она классная. Светится так классно. Мягкий свет такой. Ну, это просто прелесть. Вот эти тыковки. Они очень милые такие и прикольные. Очень оценят ваши дети. Посмотрите, как она светится. Правда классно? Напишите свое мнение, кто приобретал, кто хочет такую же. Знаю, что они там были еще в паучки. Голубые, какие-то зеленые. В виде летучей мыши голубой. Но мне вот эти вот желтые тыковки приглянулись очень. Скажите, что здорово. Прямо любовь. Такие милые тыковки. Такой вот у них свет мягкий. Так. Ну вот и все. Я показала все свои покупки на Хэллоуин. А сейчас вы увидите надутые шары. Я их сейчас надую. И мы посмотрим с вами, как они вообще смотрятся. Какого они размера. А также небольшая такая развлекательная будет пауза, когда я вам буду показывать полностью обзор моих покупок. Сейчас все увидите.
Ну и напоследок немножко мистики. Хэллоуин. Как вам туман? Всем, кому понравился такой обзор покупок из фикс-прайса на Хэллоуин, ставьте ваши пальцы вверх, подписывайтесь на мой канал. Еще будет очень много чего интересненького. Пока-пока!